О! Не-не-не-не-не-не. Нет, дорогой, не-не-не. Лёха, и лифты не отдам. Привет, друзья! В этом видео я покажу вам реакции продавцов на монету 10 гривен. Фрагменты, которые не попали в первый ролик. Интересные реакции харьковчан на эти монеты. А еще в этом ролике я хочу порекомендовать вам ребят, которые просто спасли меня от жары. Это интернет-магазин elmag.com.ua, в котором я купил для себя и родителей кондиционеры. Я замечаю, что с каждым годом лето в Украине становится все жарче и жарче, а иногда просто аномальная жара. И это влияет на здоровье. Я понял, что хватит терпеть, ведь это реально поменять. Когда дома душно и жарко, очень сложно находиться в такой жаре и тем более придумывать ролики для вас. У них отличные цены, ссылка на магазин будет в описании. Ну что, переходим к видео. Вот так, выходя из дома, можно платить просто мелочью Украины. Гляньте, как они выглядят довольно объемно. Ну что ж, можем попробовать посмотреть реакцию и на такие вот монетки. Спасибо большое. Да, нравится? Да, я думала, это пятерки. Пожалуйста, ожидайте. Меняем пятерки. Две пятерки. Или по один к одному. Даже у нас еще таких нету. Да, не было. Поэтому я и удивилась. А, да. Я вам дам необычными деньгами. Какими это? 20. Смотрите, вот так вот. 30. И вот еще такая. Это наши? 40. Да. Что? Совсем это... без сдачи. 10 гривен. Это 10 гривен. Настя, иди сюда. Так подойдет? Да, ну бери, давай мне. Я заберу, я сказал. Нет, класс. Забираю. Все, ладно. Я говорю, со скидкой будет, если такими юбилейными? Да. Да? Да. 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 Все, спасибо. А еще есть? Не, уже потратил. И одна такая завалялась. Одна вам поменять? Да, я как раз детям отдам. Да. Ладно. А еще три. По случайно, я думал, все потратился. Спасибо вам большое. Со сдачей или без? А, тут 10. А я думала пятерки, а 10 еще не видела. Угу. Уже и 10 есть, да? Ладно, давайте без сдачи, пускай не, так не, будет. Не-не-не, да. Нет, дорогой, не-не-не. А спасибо. Ходи, ничего, ходи. Зарабатывать и вам надо, и мне ничего. Я потихоньку зарабатываю. Я вам 5 рублей дала. Да, да, вы за предпринимательство, да? Спасибо, да. Хорошо, спасибо. Это точно. Хорошо, спасибо. Я вам дам так красивой. Вот так вот. Десятку, не знаю, видели, не видели? Нет. О! 20 копеек вот есть? Мелочи нет. 20 копеек. Ну, вот 10 валяется. Вон 10 дать отсюда. Держите. Ну, давайте. Все, спасибо. О, еще не видела. Да. Я их не люблю. Мелкие. Да, мелкие. Не любите мелочи? Нет. Ну, так. Ну, а что делать? Мелочи возьмете? Конечно. Да? Вот такое. Лёха, ну, спасибо. А то, спасибо, хорошего дня. Да, спасибо. А, это десятки. Огонь. Ну, покажи. Так, иди. И лифты не отдам. Вы видите, что происходит? Война. Все пропало, да? Уже ходят десятки у вас? Да, но редко. Теперь будет. Да. Да. Нравятся вам такие? Ну, не знаю, как-то неудобно. Они огромные такие. Будут можно, помещаться? Да, можно их спутать с какой-то другой. С гривной? Да. Так что все возможно. Спасибо. Но неудобно, пожалуйста. Еще такая мелочь. Уже приходили к вам с десятками? Да. Сегодня приходили, да? Спасибо, вчера приходили. Вчера даже, как быстро да, они. Да, быстро. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до этого момента. Поддержите, пожалуйста, лайком и комментарием. Как только наберется 500 лайков, я разыграю вот такую монету 10 гривен и вот такую юбилейную монету 10 гривен и отправлю вам по почте. Для этого оставьте комментарий, как обычно, фартовый коллекционер или что-то другое. И всем удачи и успеха. Пока, друзья.